Энергия восстановлена до 60%. Все хотят выбраться на поверхность, но они идиоты. Но ты должен, ты обязан выбраться и спасти нас. Выводи. Хочешь посмотреть образец крови под микроскопом? Кто виноват, а? Сэр. Сильно ударился. Простите меня, сэр, но я больше не вынесу. Мне совершенно все равно. Да, пожалуй, ты прав. Энергия восстановлена до 65%.
я тебя задерживаю, да? Иди без меня. Если будем держаться вместе, у нас будет хорошо, я буду охранять эту зону. Побежали. Черт возьми, что это?
Сегодня я буду бить по всем мишеням без промаха. У меня очень плохие предчувствия. Рано или поздно это случится. Черт, давай свалим отсюда! У меня очень плохие предчувствия. Энергия восстановлена до 70%. Черт возьми, что это? Хорошо, я останусь и буду помогать всем, кто здесь окажется.
А вы из лаборатории абнормальных веществ. Я узнал вас. Я вовсе не уверен, что хочу выбраться. Что, если станет известно, чем мы здесь занимались? Выводи. Ошибка в этом значении совершенно невероятна. Я послушал секретные радиопереговоры на мысли военных. Ну ладно, почему нет? Я что-то сомневаюсь, что мы останемся в живых после их так называемой спасательной миссии. С моими мозгами и твоими доспехами получится отличная команда. Мозг наверняка сейчас передает вещество. Думаю, что нам стоит идти дальше. Здорово, я никогда не думал, что такое может быть. Кажется, я серьезно ранен. Эй, вы что там делаете? Отойдите, скоро должна приехать спасательная бригада. Кажется, я серьезно ранен. Невероятно. Да, пошли. Это место намного больше, чем я думал. Чью засаду надо быть осторожнее? Сильно ударился.
не я. Привет. Энергия восстановлена до 40%. Энергия восстановлена до 50%. Больше не вынесу.
Отлично, что я тебя встретил. Может быть, это поможет тебе? Дальше я не пойду. Позволь мне заняться лечением твоей раны. Я останусь здесь. Отлично. Да, неужели я их так обременял? Рад помочь тебе, друг ученый. Да, пошли. Ты теперь думаешь, что территория Хаос — это ерунда? Даже не рассчитывай на то, что сетевые штуры починят. Может быть, помощь уже и выслали, но нужно выбираться. Лифты не работают, нам придется добираться своими силами. Я ведь вас обо всем предупреждал. Кажется, система локализации аварий окончательно вышла из строя. Бесплатный сыр только в мышеловках.
Возможно, у нас будет больше шансов, если мы объединим наши усилия. Голову бы оторвал тому, кто это устроил. Я взял его, ну...